Ну что, надо продолжать строить леса. Сосед косит, а я еще не вышел робить. Ты что натворила? Зачем ногти точку уронила? Так, булки-косички. Сейчас подкрепимся, кофе и булка. Булка-то, конечно, бы нежелательно, а то я сам как булка. И пойдем работать. Кофе с булкой. Здравствуйте. Так, сейчас еще семечки погрызем и потом уже пойдем работать. Без семечек никак. Это такая зараза, что это. Надо их покушать. Еще огурчик скушаю. А, так вон где гнездо-то похоже. Вот оно. Сейчас увидел, как туда птичка залетела. И чирикали. Возведено, крота не было. Им, видимо, жарко. Они в лесу сидят. Ну что, надо настилать первый ярус. Потом второй. Ту сторону еще надо делать леса со стороны кухни. Так, ну что, первый ярус готов. Вот он. Вот, нужны гвозди, так приходится тратить время, чтобы их выпрямлять. Либо ехать в магазин и покупать гвозди. Но машины дома нету, будем выпрямлять гвозди. И потратим сколько-то времени.
Вот ведерко гвоздей навыпрямляли. И пошли маленько поработаем. Насколько гвоздей хватит. Короче, я сейчас там полазил, на втором ярусе. У меня там-то уже ноги трясутся. А на третий этаж-то я вообще не полезу. На третий ярус. Ну нафиг. Я туда не полезу. Так, ну чё, второй ярус готов, третий ярус, как его делать? Вот надо вот здесь закрепить, вот здесь из дома закреплю, и вот здесь. Я закрепил вот здесь вот, вот тут, потом тут. И с той стороны тоже. Вот здесь вот. Тут не закреплено. Вот здесь и здесь надо. И вот тут. А как я туда полезу? А я туда не полезу. Так-то уже это. На втором вот уже меньше качается. Так не так уж страшно. Еще вот так вот сделать. Перила. Вот, короче, брусочек такой сделал. Сейчас из дома закрепим вот эту среднюю стойку. Фух. Вот закрепил среднюю стойку к перемычке над окном. Деревянный брус. Вот так вот. Очень высоко. Вот второй ярус готов. Видите? Вот здесь надо закрепить фронтону. И с той стороны также. Еще надо сделать сейчас перила.
Я, короче, все время думал, что это за специфическая кнопочка на пиле вот на этой, на ножовке. Нажимаю ее, она ничего не делает. Что это такое? А потом чик, выдернул. А это карандаш. Вот какой сюрприз-то. А у меня вот такой карандашик остался. Вот как раз мне подарочек. Короче, вот насчет этого пекана-то. Пекана. Я их не умею собирать. Их отец умеет собирать. В общем, это съедобный борщевик называется. А бывает несъедобный. Так что, если вы не разбираетесь, лучше не надо. Нафиг обожгетесь этим борщевиком. Ну, у нас вроде здесь такой несъедобный-то не растет, не видал. В общем, посмотрите в интернете, чем он отличается. Я не знаю. Но если вы не знаете, лучше не суйтесь. Не надо. Второй этаж замуровали, перила наделали, сейчас бы еще третий этаж как-то сделать. Как это сделать. Черное пятно головастиков, лягушек. Утки-то давно не видать. Видимо, на яйцах сидит. Скоро утята, наверное, появятся. Утятки. Вот там Формула-1 за лесом где-то. На уголки закрепляю еще, а то на одном саморезе держится. Ну, я так и хотел изначально. Просто уголков не было, в магазин сейчас ездил, докупил. Купил. Жена сирень садит.
Вот внизу еще прикрутил. Понадежнее будет. Ну что, вот чтобы залазить на третий этаж. Вот видите, что я наделал. Вот здесь вот, где лесенка, вот так вот залазишь. Вот еще я третий ряд две доски прибил. Больше не смог прибить. Страшно. Завтра что-нибудь будем думать. В общем, вот такие перила на втором этаже, на втором ярусе. Осталось сделать третий ярус. Вот так вот. Вот палочки, красная изолента, чтоб все было видно, чтоб машинка не наехала, трактор не наехал, кто-нибудь тут поедет разворачиваться и не за, и затопчут. В общем, жена посадила сирень. Сирень, сирень. Комары повылазили, а? Слышай, 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 башкой-то это, кусают комары сильно, больно. Лучше ходить с волосами, наверное. Но летом что, то с волосами не ладно, то без волос не ладно, то жарко, то комары. А это вот у меня леса, леса такие, леса. Завтра буду делать вот с той стороны. А сегодня пока все, сегодня пока пойдем домой спать. Хотел уже домой идти, но нет, не пошел. Вот внизу еще подпер. Вот эти три, посередине которые стойки. Вот так вот. Ну все, здесь осталось третий этаж только. Третий ярус сделать. И все остальное готово. Здесь можно сделать чистенько. И завтра продолжать делать с той стороны. Вот с этой стороны. Вот доски есть. Тут также на 1,80 м и отлично будет. В общем, домой снова не ушел. Сделал чистенько сразу. Все, прибрал внизу. Чистенько. А, все, теперь точно домой пошел. Хороший. Так, утречка. Доски еще есть. Отлично. Так, так, так. Вот такой вот у нас второй ярус.
Ребята, я здесь. Я тут, на третьем этаже, на третьем ярусе. Привет! Ну что, все-таки я залез на третий этаж, на третий ярус. Думал, со стороны кухни еще сегодня сделаю. Не вышло. Целый день делал этот третий этаж. Почему так долго? Да потому что страшно там, очень страшно было. Все там закрепил, все перила наделал. Все-таки я прошелся по третьему этажу. Я там не достаю до конька-то. Где-то полметра, наверное. Ну, что-нибудь придумаем. Вот такие леса получились. В общем, все стойки у меня внутри, которые прикреплены к фронтонному свесу. Все-таки все я прикрепил. Все получилось. Сейчас не шатается. Можно потихоньку ходить по лесам. Вот так вот. Вот так вот с самого низа посмотрите, как высоко. Но это все равно не передается, как это высоко. Это самому надо лезть, и вы узнаете, как это высоко. Ну, в общем, еще вот здесь сделаю леса. А с этой стороны не буду делать пока что. Вот эту сторону и ту сторону все полностью сделаю. Потом там леса разберу, вот те вот большие с фронтона. И сюда буду делать. Вот это в последнюю очередь. В общем, пиши комментарий, ставь лайк. Всем пока.